Всем привет! Меня зовут Вавилов Владимир. Я хочу представить вам новейшую разработку, с помощью которой теперь зарабатывать в интернете может абсолютно любой человек, умеющий просто читать вслух. Новейшая не потому, что я ее так назвал, а потому что данная технология и система в целом является абсолютно инновационным продуктом. Теперь все, кто желает зарабатывать в сети, может без проблем, просто читая вслух текст в скайпе, получать от 3 до 7 тысяч рублей в день. Сейчас я вам все подробно объясню, а также покажу, сколько сможет зарабатывать любой из вас, начиная с сегодняшнего дня. То есть первые деньги вы сможете заработать уже сегодня. Все, что вам необходимо, быть зарегистрированным в скайпе. С помощью видеоуроков, которые я для вас подготовил, вы регистрируетесь в специальном сервисе. Там вы получаете специальный логин и текст, который вам будет необходимо прочитать вслух, предварительно позвонив в скайпе на тот логин, который вы получите. Звонить вы можете как со включенной видеосвязью, так и без. Смотрите, если вы не желаете показывать свое лицо, вы при звонке выключаете свою камеру и просто читая текст вслух, получаете 300 рублей. Если вы прочтете текст со включенной веб-камерой, вы получаете 500 рублей за один прочитанный текст. Тут выбираете вы сами, как удобнее вам работать. Время, которое уйдет на прочтение одного текста, составляет 1-2 минуты. Основным плюсом является то, что деньги вы будете получать напрямую на свой счет в одной из электронных систем. Это означает, что никаких вспомогательных сервисов для получения денежных средств не нужно. Деньги вы будете получать напрямую на ваш WebMoney, Kiwi, Яндекс кошелек, либо любую другую, с которой вам удобнее работать. Давайте я покажу вам на собственном примере, как за каждый прочитанный текст я получаю деньги напрямую на свой Яндекс кошелек. Таких счетов в системе Яндекс деньги у меня 3, то есть я работаю с 3 счетами одновременно. Давайте сейчас перейдем в один из них. Давайте войдем для начала вот в этот. Зайдем кнопочку «Войти», перейдем во вкладочку «Деньги». На баланс вы можете внимание не обращать. Деньги я вывожу со своего счета регулярно. Если у меня есть такая возможность, я вывожу сразу, как они у меня поступают на счет. Если у меня такой возможности нет, то при первой такой появившейся возможности я сразу увожу деньги. Я не верю всем тем, кто показывает на своих электронных счетах миллионы. Объясню почему. Потому что я не вижу никакого смысла держать деньги, тем более как миллионы, сотни тысяч на своих электронных кошельках. Какой смысл их тогда зарабатывать, если их просто не выводят со своих электронных счетов? Я деньги увожу, активно ими пользуюсь, перевожу на свою банковскую карту, поэтому здесь они у меня не копятся. У меня нет такого, чтобы я копил деньги на своих электронных счетах, поэтому на баланс внимания не можете не обращать. Мы с вами посмотрим на приходные операции, поэтому именно по конкретному счету. Давайте сейчас перейдем в операции, выберем только приходные и посмотрим, сколько их было за последние 3 месяца. 3 месяца у меня этот счет в работе. И вообще по системе я работаю чуть больше 3 месяцев, практически 3,5 месяца. Поэтому давайте посмотрим приходные операции именно с этим счетом. Вот мы можем наблюдать, показать еще больше. Давайте дойдем до конца. Как видите, их было немало операций приходных. Показать еще больше. Дойдем сейчас до конца и посмотрим. Вот мы сейчас дошли до конца. И как мы видим, приходных операций было немало за последние 3 месяца. Кому не трудно, тот может посчитать суммарно, сколько здесь было заработано. Я могу вам сказать... Точно не помню, порядка 380 тысяч рублей было заработано за 3 месяца на одном из этих, на одном только счету. Как я и говорил ранее, я работаю с 3 счетами одновременно. Вы также можете работать с 3 счетами одновременно, но я советую начинать с одного и потом уже понемногу масштабировать свой процесс заработка. Как вы понимаете, для 3 счетов вам будет необходимо уделять чуть больше времени, но зарабатывать, естественно, вы будете больше. Вот как вы можете видеть, можете посчитать, как я уже сказал, 380 тысяч, по-моему, было заработано, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас перейдем в еще один мой счет. Из этого счета мы сейчас с вами выйдем. Зайдем в еще один счет. Давайте зайдем, к примеру, вот в этот.
Зажмем кнопочку «Войти», перейдем во вкладочку «Деньги». Также на баланс мы можем не смотреть. Давайте посмотрим, сколько же мы заработали с вами именно на этом счету. Возьмем все операции, приходные операции и можем посмотреть. Тоже было достаточно много этому счету, порядка 2 месяцев. Вот мы можем наблюдать конец. Не так много, как на первом, но и я завел его сравнительно недавно. Но тоже немало, я бы сказал, операций здесь приходных. Тоже было заработано более 100 тысяч рублей. Порядка 200 тысяч рублей даже было заработано, насколько я помню. Также можете посчитать, кому не трудно. Вот, мой счет кончается на 678. Давайте сейчас зайдем еще в один мой счет. С этого счета мы выйдем. Зайдем еще в один. Зайдем, к примеру, давайте зайдем вот в этот счет. При вкладочку «Деньги». Как мы видим, это уже совсем другой счет. Давайте посмотрим все операции здесь. Приходные операции за все время и развернем все, что здесь есть. Так, это мой счет совсем недавно я его завел, так что, как видите, операций совсем немного, но если посчитать, около 100 тысяч было заработано именно с этим счетом. Работаю с тремя одновременно для того, чтобы зарабатывать, естественно, больше. Но и время я, естественно, трачу больше. До 2 часов в день приходится мне тратить. Но сами понимаете, что заработки неплохие, поэтому оно того стоит. Давайте сейчас перейдем на мой банковский счет. Я вам покажу расходы за последние 3-4 месяца. И сколько было заработано за 3-4 месяца. Все по... Покажу всю статистику. Давайте перейдем в Сбербанк онлайн. Введем пароль. Так, введем пароль сейчас и логин. И пароль. И нажмем кнопочку «Войти». Сейчас подождем смс-ку. СМС с кодом, с паролем пришла. Сейчас мы введем пароль. Нажмем кнопочку «Подтвердить». Итак, дорогие друзья, мы находимся с вами в моем личном кабинете Сбербанка онлайн. На баланс, как я и сказал, можете не обращать. Так, еще одна смс-ка, то, что мы вошли. Деньги, я активно деньгами пользуюсь, я не любитель копить деньги, собирать их на банковской карте, все деньги, по моему личному мнению, должны работать, поэтому все мои деньги находятся в работе, я инвестирую постоянно в какие-то проекты, онлайн, офлайн, и поэтому деньги у меня постоянно в работе. Но давайте мы сейчас перейдем в операции, мои финансы, и перейдем в расходы. Выберем все галочки, поставим. Ну и выберем число. Давайте с 1.08, с 1 августа по 31, давайте по 31 августа. 31 августа. За август, да, посмотрим, сколько я заработал за август. Итак, мы, как мы можем наблюдать, за август было заработано мною 82 тысячи 900 рублей. Могу сказать, что в августе я ездил отдыхать с семьей на море на одну неделю, поэтому заработана не такая уж и большая сумма, но скажу вам, 82 тысячи в месяц сейчас
Средняя зарплата по России около там 40-30 тысяч рублей в небольших городах, к примеру, в котором я сейчас живу. Поэтому 80 тысяч рублей – это очень-очень плохая сумма. Но давайте посмотрим, сколько же было заработано за июль месяц. Также возьмем июль месяц, первое число. Июль месяц, 31 число возьмем. И посмотрим, сколько было заработано. Вот мы можем наблюдать. И в июле я работал плодотворно для того, чтобы нам с семьей съездить на море. Было заработано 185 тысяч рублей за июль месяц, за один. 185 тысяч рублей в месяц. Сами решайте, много это или мало, для кого как. Давайте посмотрим теперь за июнь месяц, за 6. 1 июня возьмем и также возьмем июня только 31, 30. 186 тысяч рублей было заработано в июне. Давайте теперь перейдем, как мы можем видеть, да, выдача наличных 124 тысячи, супермаркеты, ну, тут уже понятно. Как видите, деньги я всегда снимаю сразу наличными, и на карте у меня практически никогда не бывают деньги, потому что, как я говорил раньше, деньги у меня в работе или для каких-то нужд я их всегда снимаю. Давайте выберем тогда теперь май, да, у нас будет с 1 мая по 31 мая. Так, 29 мая. Выбираем и смотрим. 113 тысяч было заработано в мае. Ну, давайте посмотрим теперь общую сумму за с мая по август. За 3 месяца, да? Давайте возьмем. Так, давайте с 1 мая по... Сейчас возьмем с 1 мая. Извиняюсь, сейчас 1 мая. И по август. По 31 августа давайте возьмем. 3 месяца, да, получается. И вот можем с вами наблюдать за 4, да, или 3 месяца было заработано 600, практически 600 тысяч рублей. 578 тысяч 582 рубля. Я могу обновлять страницу, как вы видите. Поэтому ничего не поменяется. За 3 месяца было заработано 600 тысяч рублей. Ну вот, вы увидели все своими глазами. Для вас я под... Что именно я для вас подготовил? Для вас я подготовил два обучающих видеоурока. В первом видеоуроке я показал процесс регистрации и получения логина и самого текста на специальном сервисе. Во втором видеоуроке я показал сам процесс работы, где на своем примере показал, что необходимо сделать, чтобы получить свои первые деньги. Думаю, все ясно и понятно. Изучайте информацию на сайте, принимайте для себя решения. Также вы найдете информацию на сайте по приобретению данного видеокурса. Всем успехов, всего хорошего, до встречи в видеоуроках.